Где находится Бразилия? О, господи. Я так плохо в географии. Я не знаю. Я не знаю. Так ты хотя бы предложи. Я не знаю. Не знаю. Где находится Бразилия? Где-то за океаном. Ну ладно, за океаном. При какой температуре закипает вода в горах? В горах. Ну вообще, вроде температура кипения воды 100 градусов. 100 градусов. И в горах тоже 100 градусов. Вот так вот мы знаем. На самом деле все так. Какое летающее насекомое самое быстрое? Стрекоза. Возможно. Стрекоза. Да. Если из насекомых, то стрекоза. Все верно, все четенько. Какой орган у человека никогда не мерзнет? Сердце. Наружнее, естественно. Волосы. Короче, я не знаю. Что у тебя не мерзнет? Глаза. Глаза не мерзнут, да, все зубы. Верно. Какое летающее насекомое самое быстрое? Муха. Муха какая? Цеце. Как? Муха цеце. Потому что она бегает за кем? За едой. Столица Украины? Не помню. В смысле? Столица Германии. Самый легкий вопрос. Столица Италии. Рим. Молодец. Это... Какая ягода самая большая? Арбуз. Не дыня? Нет, арбуз. Арбуз, ладно. Так, кто более выносливый, жираф или верблюд? Мне кажется, жираф. Это почему же? Потому что у него длинная шея, он может тянуться до верхушек деревьев, чтобы найти себе покушать. Речь не про покушать, а про воду. А, про выносливость. Кто является основателем медицины? Врач. Как его-то звали? Я не знаю. Ну типа, кто основателем Москвы? Человек. А кто основатель этой самой медицины? Кто-то. Как называется самая большая артерия? Аорта. А вот здесь ты молодец. Как думаешь, сколько вопросов ты подзавалила? Все, кроме последнего. Какой газ выделяет растение при солнечном свете? Углекислый. Уверена? Нет. Какой? Газ? Кислород. Ну, я не знаю. Ну вот же, кислород. Ну мы же чем дышим? Кислородом. Как раньше назывался город Санкт-Петербург? Дам несколько вариантов, да? Да. Давай, Ленинград или Сталинград? Ленинград. Ленинград. Все четко. Сколько зубов должно быть у здорового человека? 36. Тебе как стоматологу это надо знать? Нет, наверное, 36. Нет, не 36. 32. Я не знаю. 36 или 32? 32 пусть будет. Столица Польши? Варшава. Столица Америки? Вашингтон. Столица Англии? Лондон. Столица Казахстана? Астана. Столица Китая? Пекин. Столица Испании? Я не помню. Столица Белоруссии? Минск. Самая большая страна по площади? Россия. Почему не Канада? Потому что Россия. Вот здесь ты молодец. Столицу России, естественно, ты знаешь. Москва. Москва, да. А сколько букв в русском алфавите? 36. Как расшифровывается СССР? Союз Советских Социалистических Республик. А почему тихонько говоришь? Потому что я не помню. Людмила Петровна, простите. Людмила Петровна, мы его знаем. Мы всех знаем. Какая птица не имеет крыльев? Пингвин. Потому что он ходит на чем? На ножках. Понятно. Давай тему, в которой ты разбираешься. Геометрия. Какая страна находится в двух частях света? Америка. Какая? Ну, она в северной части полушарии, и в южной. Потому и Америка. США. Хорошо. Следующий вопрос. Сколько хромосом у человека? 48. Да, потому что 47 у кого? У меня. Тупых. Ладно, ничего страшного. Держи шоколадку. Что ты скажешь? Меня отчислят. Не отчисляйте, потому что подписывайтесь на канал, и все будет хорошо. Пока. В чем разбираешься? Во всем. Кто написал произведение Бородино? Лермонтов. Когда была Отечественная война? В 1812. Отлично. Держи шоколадку. Что ты скажешь? Не такая уж я и тупая. Ну, в принципе, да. В каком году Путин вступил на пост президента? 2004. В 2004 году. Хорошо. Почему так? Потому что так. Ну ладно, хорошо. Транспортное средство Бабы-Яги. Ступа. Блин, короче, вы поняли. Вот это вот. И что еще? И метла. А в современности? А в современности... Уже ж нету метлы. Пылесос получается. О, а я не знала. Ну хорошо, ладно. Что такое существительное? В русском языке это самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы кто что. А что же обозначает она? Существительное. Ну ладно, держи шоколадку. Что скажешь? Не будьте такими тупыми просто. Столица Беларуси. Минск. Столица России. Москва. Столица Китая. Пекин. Столица Франции. Париж. Столица Испании. Мадрид. Столица Японии. Токио. Столица Португалии. Лиссабон. Ты помни его немножко, будет твердый, как картошка. Что же это такое? Странные вопросы какие-то. Что тебе приходит первое в голову? Честно? Всякие гадости. Да.
Ну, какая звезда самая ближайшая к Земле? Солнце. Уверен? Да. И только? Ну да, Солнце. Хорошо, погнали дальше. Земля какая по счету находится от Солнца? Третья. Какая первая? Меркурий, Венера, Земля, потом Марс. Потом не уверена. Хорошо. Какая звезда самая ближняя к Земле? Ну, точно не Луна. Даже не знаю, будет Марс какой-нибудь. Марс — это планета. Звезда. Так. Ну, светит. Кто нам ярче всех? Солнце. Какая планета в Солнечной системе весит больше всего? Юпитер. Юпитер. Ты молодец. Реально? Юпитер? А ты угадала? Ну, нет, он самый большой, так, но вдруг какая-то тяжелее просто есть. Хорошо. Кто является основателем Москвы? Сейчас, секунду, я вспомню. Может быть, Пентиум? Или Лермонтов? Или Толстой? Или же Гиппократ? Все же... Кто еще? Пикачу, что ли?